Дорогие друзья, вот как мне не ругаться? 5 дней назад Свете купили варежки. Меховые, хорошие, толстые, классные, блин. Она их уже просрала где-то. Потеряла. И вот как мне, вы говорите, не ругаться? Я вот на нее ругаюсь, папа сказал, ей резиночки сделайте просто. А она согласилась, просто резиночки будет носить без варежек. Дурдом, короче, полный. И вот опять придется ей варежки брать. Курица такой. Пусть ищет. Все, мы пошли на автобус. Да, Машенька? На автобус! Маша за обувью и пятятками. А где тут дяденька лазил на столбе? Интересно знать. А фиг его знает, где следы. Ты найди сначала эти следы. Тут нету его на следов. Он туда, там, прям. А, все понятно. Может быть, не знаю. Короче, вот такие вот дела. Ладно, поехали мы в город. Дорогие друзья, мы приехали с города. И что у нас по обуви? Маша, рассказывай. Те, которые мне понравились, не было моего размера. Да. А остальные, которые ей не нравятся, размеры есть, но они ей не нравятся. И что мы решили? Завтра будем. Да, завтра опять. Сегодня мы разные смотрели, в разные категории, и за 3600, и всякие. Мы обошли, наверное, 4 или 5 магазинов. Но Маше все не нравится. Знаете, вот я готова ей просто дучки купить и ходить в дучках. Но ей же не нравится. В целом, сейчас показываю покупки, что купила. Хурму всем по одной штучке взяла. Ну, не все едят, да. Печеньки. Колбаска, папа может, мясная. Один батончик. Еще печеньки. Литр молока. Кусочек сала. Маша, подожди. Ой, господи, Ваня достает. Килограмм винограда. Давай. И сметанный продукт. Завтра хочу постряпать это уже. Ну, блин, завтра опять... Получается так, что мне надо будет ехать. Маша, подожди, там пока не трогай. Дальше мы с Машей, когда ходили, обувь смотрели, Маша просила себе тапки. Взяли ей вот такие вот тапки. 350 рублей. Ой, 300 рублей, да. Вот такие вот тапки. В целом, так, еще вот здесь пакет с продуктами. Ну, тут в основном хлеб. Я курям брала. Хлеб и лук. Да, вот такой вот хлеб я 3 булки взяла и лук здесь. Все, из этих покупок. Вот такие вот в целом все покупки. Если вам нравится, то ставьте лайк. Ну, в целом будем завтра обувь искать. Не знаю, сейчас пойдем с Оксаной уроки делать. И чай надо мне попить. Ладно, всем хорошего вечера. Ребят, знаете, что забыла показать? Вот такой вот поднос заказала. В духовке пиццу запекать. Смотрите, какой огромный. Давно хотела большой поднос для пиццы. Или для каких-нибудь булочек. Вот заказала на учителе. Ну, тут плюс еще женские принадлежности, но я их показывать не буду. Все, все покупки. Так, всем добрый день. У нас новый день нового влога. У нас на улице такой снег идет. Время 10:30. Я сейчас собираю документы. Поеду в город. Мне надо... заплатить налоги. Заплатить и спать уже спокойно. А то потом денег не будет и получится так, что я не смогу их оплатить. В целом, мне надо оплатить за земельный участок 1681 и пени 1563. В том году, потому что я не доплатила полностью, поэтому нынче мне пени вырубили.
Так, это одно. Потом у меня целая кипа налоговых писем. За Свету, за... Так, получается, за Свету 116 рублей. За Илью 95 рублей. Потом что? Это за кого у меня? За Егора 116 рублей. За Катю 116 рублей. А тут, по-моему, на меня и на мужа еще пришли. Так, да. За мужа 58 рублей. Что-то на мужа вообще мало. А у меня, наверное, как всегда 116 будет. У меня всегда на меня больше приходит. Нет, 58. А что так мало? Что-то. Короче, пойду сейчас оставлю там за налоги. Ну, вот считайте, здесь у меня что получается? 3. Ну и здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, рублей 700. 4000 оставлю за налоги. Плюс там берут в Сбербанке процент за то, что оплачиваешь. Вот так. И потом мне надо зайти заплатить за квартиру. 2000. По-моему, 2. Ну, если больше будет, то я вам потом расскажу. Короче, вот такие вот у меня дела. Собираюсь сейчас и поеду делать. Надо оплатить обязательно. И Маше пойдем поищем обувь. Ну, сначала я Маше обувь куплю, потом у меня денежку сколько останется. И тогда только буду уже оплачивать налоги. Что-то в этом месяце оплачу, что-то в следующем, если не хватит денег. Так, все, сумка у меня готова. Надо накраситься, немножко себя в порядок привести. Это вообще страшное, не накрашенное. У меня все в школу ушли, кроме Света. Света у меня на дистанционном обучении. Пока у них, потому что очень много в классе ребят заболело. Так что вот такие вот дела. И пытаюсь загрузить. Вчера мне сделали вот интернет. Ну, честно, изменений вообще ноль. Ну, посмотрим. Главное, что я хоть сейчас хоть как-то могу загружать. У меня за ночь видео загрузилось. Сегодня даже вышло видео. Так что вот такие вот дела, ребят. А у меня, по-моему, премьера прошла. Я забыла вообще. Ребятки, я забыла про премьеру. Представляете? Вообще ворона, да ведь? Вот скажите, ведь я ворона. Вот. Ёкарный бабай. А, читаю комментарии. Настя, разнообразь влоги. Покажи нам баню. Ну, баню я вам точно показывать не буду. Подвал, курятник. Вот уже 3 интересных видоса. Птиц больше не надо. Хорошо, птиц не буду. На этом канале будут на канале «Жизнь с домашним животным». Заплела сейчас девчонок. Показала птичек вам. Василиса подмывалась и осталась я одну. Я одну. Это что такое? Плохо мне, полы протерла, печка топится, трещит. Тишина в квартире нашей, никто громче не кричит. Молодцы, красивые. Стих получился. Если бы я была работодателем, посмотрела ваш канал, ни в жизни бы с вами не связалась, не стала бы. Почему? Знаете, дорогие друзья, если я даже на работу устроюсь, то об этом я на своем канале точно говорить не буду. Привет из Кемерово, всем доброе утро и хорошего дня. Настя, ты так сильно дергала волосы девочкам? Нет, это просто на ускоренное оно было. Немножко ускорила запись. Сейчас даже отвечу.
блин, на английском. Тут девочки сидели, писали. Видите, в прямом эфире сразу же отвечаю на ваши комментарии. Ладно, поотвечаю сейчас немножко и буду собираться уже на автобус. Всем хорошего дня.